Всем здорово, ребят. Ну что, как я обещал, будет сейчас видосик про Мэри, почему она имба, потому что многие рукожопы выпускают, которые не умеют тестировать героев, не знают вообще, не представляют, для чего они созданы, прокачивают непонятно как, не затестировавшие, и кричат, вот это херня, она не стоит, то стоит. Она не тащит, она убивается, она не убивается. Меня особенно улыбнуло. Скинули видос, ребята, я его, конечно, не смотрел. Тест дамагера, потому что, то есть, Мэри — это крутой дамагер против отражалки. Как герой себя убивает? Ну, это и так понятно. Любой герой, топовый дамагер, тот же самый Огник может себя убить. То есть, нету сейчас понятия... Тесты героя против отражалки, вот он не тащит, потому что там отражалка. Поставь ПДшку, этот герой будет тащить. В общем, я специально вчера побежал в лабиринт, потому что именно там, либо ну, на ЗБ вы так не затестите, либо атака фортов. Атака фортов прошлое показала, что Мэри действительно стоящий герой против топ-пачек, где есть огники Фрейи с маскировкой и с отхилами. Я вам сейчас покажу свою пачку, которую я собрал и специально сюда нашел место, просто чтобы не вырезать вчерашнего стрима. Вот у меня такая пачка. Зефир, Огник, Фрейя, Феникс, Фрэнк, Землеройка, Ворожей, Оккультист, Фоба. Все герои максимальной прокачки, то есть это максимальные герои, это не нуба-герои, которые там наполовину прокачаны. Это в топ прокачанные герои, я вам сейчас покажу их сборки и покажу, почему этот герой круче, чем они все. Так, поехали, Фрэнк. Ну, то есть сборка, воодушевление, то есть он не убивается, отражалка, все дела. Я вам просто не ставлю сюда там максимум. Я вам просто покажу суть, для чего этот герой создан и где его применять и почему это имба. Вот такой вот Фрэнк, давайте на него поставим там, не знаю, вот такой вот вариант для замедления дополнительного. Дальше Огник, топовый, снаряга, недомогание, все дела. Дальше, кто там у нас еще? Фрейя на урон, недомогание, ой, не говорю недомогание, а, ну да, недомогание, жещарка 7-7, топовая. Землеройка топовая, с уклонениями героя. Тут вообще 7-7, и причем точности здесь жопой просто не жуй. У героя, да, хренища точности. Дальше, Фоба. А кто там у нас? Оккультист. Ну, они не убиваются. Тут сама суть не в том, что они убиваются. Я вам просто покажу Ворожей. Отдельная история. Фоба. Все собрано по максималке. Ну, Феникс у нас ремочный, чтобы включился. Ну, тоже топовый. То есть с уклонением. Поехали в лабиринт. Смотрим. Вот я просто зашел, нашел вам пачку. Обычная пачка. Тут идут усиления, понятно все. Усиления по левелу. Я вам просто хочу саму суть показать, для чего именно создан этот герой. Вот эти все герои у нас сейчас атакуют эту пачку. То есть смотрите внимательно. Мои герои, ну, по сути, не проседают. То есть они все живучие, все дела, все круто. У нас остается Зефир. Кто там еще? И там еще кто-то вверху. Ну, сама суть. Смотрим вот сюда. У нас остался Зефир. Я думаю, многие уже стыкались с пачками, которые просто не сливаются. Там Ронина можно создать, Зефир, Фрейя, у которых есть ограничения. Вот посмотрите внимательно на Зефира. 9 топовых героев. 9, ребят. Куча всего, и посмотрите, что они могут сделать против нетопового. То есть здесь он с вальс клинков, или танец лезвия, там вальс клинков, плюс на нем еще стоит обряд лечения. Вот мы кинули недомогание, у меня дофига на героях точности есть всего, и мы этого героя просто слить не можем. Причем это здесь не топовая пачка, и он не топовый.
То же самое, если будет здесь Фрея. То же самое будут здесь Огники, я это уже показывал. Вот. Просто 9 топ-героев из-за того, что IGG создала такие таланты, которые сочетание которых плюс особенности героев, ну, просто которые нельзя пройти. Вот. И сейчас вы увидите, что делает Мэри. Для чего она, в принципе, создана. Да, она не стоит там своих денег, но относительно она уже не стоит. На русском сервере она стоила 300 баксов. Это можно было ее купить в первый же день, то есть там кузница. Там можно было ее собрать за донат. 7 паков, ну 350 на английском, это 400-500 баксов. Либо пыльца, она у вас бонусами есть. Сейчас на Тайване этот герой уже стоит 250, плюс вы получаете там Зефира и кучу других героев. То есть герой дешевеет, он дешевеет намного быстрее, чем остальные. Понятно, он не стоит там 600 баксов уже. Сама суть, многие тестируют героя и они просто не понимают, для чего он создан вообще в игре, для чего этот герой применяется. Вот что вы видите, 3 минуты, 9 героев просто ну, не могут слить. Не могут слить, и такое у многих и на атаке фортов, думаю, и в забытой битве, и на других локациях. То есть вы ни хрена не можете сделать. Вы понимаете, что нахрен это все. Для этого был создан этот герой, который есть имбалансным по сравнению вот с этими девятьма, я не знаю, раками, я не знаю, как их назвать. Потому что это герои топовых прокачек, 30-е прорывы, максималки, 10-10, отражалки. По идее, он должен сливаться на отражалки, плюс недомогание, плюс все. Мы его убить не можем. Для этого просто ставится один герой, выбираем там, например, Обу. И ставим Мэри. И вы сейчас поймете, для чего этот герой создан в принципе. И Мэри, причем мы ставим не дефный вариант, потому что я бегал вчера специально с дефным вариантом, тестировал ее здесь. Она здесь дефным вариантом тащить не будет. Можете сюда поставить. Ну, у меня тут 10-я стоит. Вариантов сборок много. Я просто сделал вот такой вот вариант. Плюс по максимуму уклонения, чтобы ее не сливались. Да, она сливается там в первые секунды, но это можно все исправить, это можно поставить разные иммунитеты, выживание, вариантов обезопасить героя дофига. Главное, чтобы у вас хватало дамага. Вот даже давайте без этого суперпэта попробуем там, я не знаю кого. А пофиг кого. Обычного питомца закинем. Да, для нее надо уклонение. То есть она у меня тут с уклонами. Ну, в принципе, это элементарно. Это донатный герой. Если вы можете его на сегодня себе позволить, значит, вы должны рассчитывать на то, что вы на нем будете ролить уклон. И у нас сборка не ОЗ. Не 10-я ОЗ, а просто пакт. Так, поехали. Теперь показываю, для чего этот герой, в принципе, создан и почему он считается имбой. Этот герой, понятно, создан для донатов. Ну, короче, как и другие герои. Но вот для чего именно он создан и почему он считается топовым на сегодня. По крайней мере, я его считаю топовым. А вы сейчас, в принципе, все сами увидите. Тут, конечно, раз на раз не приходится. Пачки бывают, сливают, не сливают. Вариантов очень много. Я даже не вижу, она есть еще или нету. Ее, может, даже уже ушатали. Или все-таки есть. Не вижу от нее дамага. Или есть 36. Блин, тут такое куча героев. Не, ее уже слили. Сливун! Это не имба, она не тащит. Скажете вы, сейчас мы. Просто ее не хотел уже в максимальной сборке, но для нее надо ставить именно суперпата и побольше делать. Так, вот она. Сейчас посмотрим, будет сливаться, не будет. Конечно, в идеале лучше еще и сюда подашку поставить. Вот, все нормально. Внимательно смотрим. Кто там у нас? Феникс. Блять, опять ее слили. Или не? А, не, не слили, есть она где-то. Есть ты или нет? Давайте выйдем, перезайдем. Ну, в общем, вы видите, что у нас произошло. За каким-то чудом, за 30 секунд там, или сколько, мы пачку просто разобрали. 9 героев стояло, ни хрена сделать не могли. Как же так, вопрос?
Все очень просто. Этот герой вот именно для этого и создан. Он не создан наебать там всех. Он не создан быть там мега-мега-мега. Можно, конечно, сделать с этого героя конфетку. Он будет неубиваемый. Вот она есть сейчас, нормально все. Вот. А она дальше туда забегает, падла. Мы ее не видим. Все. 20 секунд. И дело сделано. Вот для чего она сделана. Она сделана для PvP-локаций. Она сделана против топ-пачек. Она сделана против этой хрени, которую они придумали. Из-за этого ее и, в принципе, выпустили. То есть этот герой, там ребята просили, я потестирую вам ее еще, как ее слить. Покажу варианты, как ее сливать. Но она несложная в слите. Этот герой не создан для нападения. Мы это уже посмотрели на волнах. То есть на волнах она сливается. Есть у нее неуяз, но если вы правильно ее соберете, то есть вы сделаете ей уклонение, как нормальному герою, правильное уклонение, поставите правильный талант и поставите нормального питомца, у вас герой будет тащить. Тащить. Если сравнивать сейчас то, что 9 героев не могут сделать, а один герой делает, это говорит о том, что этот герой уже есть имбалансный. То есть он делает больше, чем может 9. То же самое у вас будет в забытой. То же самое у меня было на атаке фортов. Мы сливали пачки, где именно были маскировки, зефиры, фреи там и прочее. Просто надо правильно использовать героя. Правильно расставить ему чары, таланты, созвездия, подобрать ему питомца. И определиться, для чего он есть. Этот герой не есть там мега крутым, можно поставить против ОЗ-шек. Он просто сольется из-за того, что тут 10 целей, если я не ошибаюсь, у нее на максималке. У нее дохрена дамага. Я уже показывал, тестировал в разных вариациях. Она просто будет сливаться, просто моментально. Вы ничего не сделаете. Были тесты против Зефира в СОЗе, против Охника в СОЗе. Она будет сливаться. Это нормальное явление для любого героя. Но кричать, что он, это херня, там, это вот. Если вы не разбираетесь, то лучше посмотрите, как правильно его прокачать, и тогда уже делайте какие-то выводы, потому что ребята многие просили, сделай, сделай, покажи, покажи. Вот вам явный пример, для чего этот герой создан, как его надо собирать. Да, на это надо дофига ресурсов, дофига всего, но если уже решились брать героя, то вы должны рассчитывать на то, что этого героя надо будет еще сделать правильно. То есть то, что вы задонатили там на него 200, 300, 400 в первые там дни, и он не тащит, это не означает, что он правильной прокачки. То есть его надо правильно подойти к нему, правильно собрать и подумать, где его применять. На сегодня в игре мега-трэшовых, там мега-имп, имбалансных героев просто нет. Есть либо на определенную локацию определенные герои, либо пачки героев, которых надо подбирать и надо менять чары из-за того, что IGG немножко в этом плане у нас все не продумало. Но именно здесь показатель того, что без этого героя, если вы планируете дальше там играть, либо против топов воевать, с той хренью, которую создала по сути опять же IGG, это маскировка, выживание, вальс, вы ничего не сделаете. Поэтому рассчитывайте, потянете вы прокачку этого героя, не потянете. Но кричать всем, что это херня, она сливается. Любой герой, дамагер, будет сливаться на отражалке. Это, блядь, и так понятно. Поставил подашку, не сливается. Любой герой имеет свои какие-то плюсы и минусы. Но если этого героя правильно собрать, правильная сборка, он будет тащить. И он именно создан для PvP-локаций. На фарм-локациях есть для этого другие герои с другими приоритетами. Возможно, я еще подберу на некоторые локации и сделаю вам прокачку. Но опять же, вы изначально перед тем, как брать этого героя, просто подумайте, на какие средства вы его будете качать и что вы хотите от него получить. Это на сегодня самый топовый герой. Он круче Фрея, он круче Огника. Для PvP-локаций. Почему, в принципе, я вам только что показал, он делает то, что не могут сделать остальные герои вместе взятые. Вот. Поэтому этот герой на сегодня имба. И пишите комменты, ставьте лайки, пишите, что вы хотите еще по Мэри увидеть. Я думаю, запишу вам тест разных сборок. Скин уже есть, в принципе, можно тестировать. Всем удачи, всем пока.